Уважаемый Ильхам Гейдарович, уважаемый Никола Лаваевич, я очень рад приветствовать вас в Москве и признательны вам за то, что вы откликнулись на предложение совместно обсудить ход реализации нашего трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября прошлого 2020 года и дальнейшие шаги по преодолению имеющихся проблем и налаживанию мирной жизни в регионе.